Всем привет! В данном видео я хочу вас познакомить с некоторыми программами. Их у меня 4 штуки, которые позволяют определить код активации или лицензионный код, установленной на вашем компьютере операционной системы Windows. У меня недавно произошел такой случай, что, наверное, попал под период проверки. Выскочила в нижнем правом углу надпись о том, что моя, дословно, ваша версия Windows не является подлинной. Через некоторое время фон рабочего стола изменился на черный. И пришло уведомление с сайта Microsoft с просьбой ввести код активации. Я зашел в одну из программ, которая определяет этот код. Пытался скопировать его и ввести, но не получилось. Пришлось вводить код вручную. Ввел. Вот и пошла проверка моей Windows на подлинность. Поскольку я знал, что у меня Windows зарегистрирована, активирована и проходит валидацию или проверку на подлинность на сайте Microsoft, я не сомневался, что этот код будет принят. Так оно и получилось. Появилась надпись «Активация успешна». Я нажал «Ок» и надпись в нижнем правом углу о том, что ваша версия Windows не является подлинной, исчезла. Затем, естественно, я изменил черный фон рабочего стола на свой привычный, зеленый. И все окончилось благополучно. А теперь хочу сказать конкретно о этих программах. Программы, которые могут указать вам, показать код активации вашей Windows, это программа Courage Doctor, это программа платная. Затем программа AIDA64, также программа Check Device, это, по-моему, бесплатная программа, и программа Speccy. У меня стоит в спеке профессионал, но если вы скачаете с сайта Пилиформ эту программу, там будет она бесплатная, версия free. Тем не менее, эта версия free также покажет вам код вашей установленной Windows. Я когда устанавливал этот код, сделал скриншот. Сейчас я вам его покажу. Часть кода лицензионного или активации я замылил. Вот, как видите, Пилиформ, спеки, профессионал Edition. И здесь моя Windows 7 профессионально, 64-битная, сервис Pack 1. И вот здесь замылил серийный номер, то есть код активации или лицензионный код. Цель этого видео была одна. Если вы попадете в такую ситуацию, что потребуется ввести код, можете воспользоваться этими программами. И возможно, что они вас выручат в этой ситуации. Но еще раз хочу напомнить, что у меня, когда я скачивал, устанавливал Windows, было оговорено, что эта версия Windows проходит валидацию на сайте Microsoft, что и получилось после того, как я установил вот этот серийный номер, то есть код активации своей Windows. Не могу сказать, что этот код активации поможет вам и в вашей ситуации, но во всяком случае можно попытаться это сделать. Если все получится и все пройдет нормально, я буду только рад, что
что помог вам в такой ситуации. На этом свое видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. До свидания.